усталость стряхнули, ожидания. И вот он, феноменальный момент сегодняшнего фестиваля. Кульминация его, награждение призеров и победителей. Для награждения призеров и победителей первого, я еще раз повторю, уникального фестиваля скандинавской ходьбы «Легким шагом к здоровью» я приглашаю заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан Шашурова Сергея Евгеньевича и начальника управления Пенсионного фонда, председателя местного отделения общероссийской организации пенсионеров, а также депутата городского совета Фатахова Эдуарда Рафаиловича. Аплодисменты, друзья. Итак, мы приступаем к награждению призеров и победителей. В категории женщин 70 лет и старше, внимание, маршрут здоровья, дистанция 5 километров. За третье место награждается Казаченко Роза Игнатьевна. Казаченко Роза Игнатьевна, приглашаем вас на эту сцену. Проходите. Третье место. Казаченко Роза Игнатьевна, проходите на пьедестал. Аплодисменты участников. Первой нашей награждаемой участнице. Памятный диплом, медаль от партнеров «Сосновоборский комбинат». За второе место в этой же категории женщин старше 70 лет, дистанция 5 километров, награждается Кубиева Рахима Валиахметовна. Кубиева Рахима Валиахметовна, вы здесь выходите. Вот Рахима Валиахметовна идет, аплодисменты ей. Эдуард Рафаилович проводит награждение. Второе место. Обмен поздравлениями между участницами. Подарки от партнеров «Сосновоборский комбинат». И за первое место в этой категории 5 километров женщины старше 70 лет. Шамиева Люция Султановна. Аплодисменты Люция Султановне. Победительницы, женщины 70 лет и старше. А также за первое место вручаются подарки от компании «Декатлон», «Сосновоборский комбинат», от партнеров. Километров награждается Махмуров Мафис Камилович. Махмуров Мафис Камил... Нафис Камилович. Махмуров Нафис. Нафис Камилович, вы здесь? Ага, кто-то за него, за Нафиса Камиловича получает награду, медаль, диплом и награду от партнеров. За второе место в этой категории мужчины 70 лет и старше на дистанции 5 километров награждается Гасимов Махамадгаян Максумович. Гасимов Махамадгаян. Гасимов Махамадгаян, пожалуйста, за второе место в этой категории награждаетесь. И за первое место в этой категории дистанция 5 километров мужчины старше 70 лет награждается Фирстов Юрий Петрович. Фирстов Юрий Петрович, пожалуйста. Мужчины 70 лет и старше, а так и не скажешь. Мы не знаем, из какого вы района, откуда, подскажите, пожалуйста. Набережные Челны, Юрий Петрович, Набережные Челны. Оказывается, еще и Юрий чемпион мира, марафонец в своей возрастной группе. Аплодисменты ему. Третье место в этой категории занимает Саховская Лидия Васильевна.
Здесь, к сожалению, в дипломе не прописывается, из какого района, города. Казань. Из Казани у нас участница. Дипломы, медали, подарки от наших партнеров. За второе место награждается Семенова Альфия Галимзяновна. Семенова Альфия Галимзяновна. Также Казань мы видим, у них специальная униформа. Дружно так прошли и финишировали. И за первое место в этой категории награждается Тукмачева Людмила Михайловна. Аплодисменты Людмиле Михайловне. Агрыс. Агрыс, да, мы сказали. И первое место в категории мужчины 55-69 лет, дистанция 5 километров, награждается Гумаров Делюс Раисович из Сарманова. Третье место в этой категории занимает Бондаренко Ирина Владимировна. Бондаренко Ирина Владимировна. А набережные Челны. Культурный центр Кызылтау. А второе место в этой категории женщины 50-59 лет награждается Галимова Наиля Баграва. Из Камского устья. И первое место Нина Андреевна. Агрыс. Агрыс. Поздравляем Агрыс с очередным победителем из их команды. Призы от партнеров. Сосновоборский комбинат. Магазин Декатлон. 70 лет и старше. Третье место в этой категории дистанция 3 километра занимает Зотова Елена Яковлевна. Зотова Елена Яковлевна. Второе место в этой категории. Дистанция 3 километра. Женщины 70 лет и старше. Занимает Гарипова Фиалка Валирахмановна. Лениногорск. Председатель местного отделения. Вот... не просиживает штаны в кресле в гуще событий со своими подопечными. Молодцы! Отличный пример руководителя. И первое место в этой категории занимает Мирзаянова Савия Хабибулхаковна. Нижнекамск? Нижнекамск, ура! Поздравляем вас, Нижнекамск! Призы от Сосновоборского комбината, замечательный профессиональный Роберт Гараевич. Второе место, категория мужчины 70 лет и старше на дистанции 3 километра, Асхамов Альберт Сайфиевич. Аплодисменты. Всем призерам и победителям медали, награды от партнеров Сосновоборский комбинат, магазин Декатлон. И первое место в этой категории занимает Гараев Ханиф Габдулович. Гараев Ханиф. Мензелинск. Архипова Лариса Карловна. Нижнекамск. Ура! А второе место, категория женщины 60-69 лет на дистанции 3 километра, занимает Хасанова Любовь Владимировна. Любовь Владимировна Хасанова. Приглашаем вас на эту сцену. Ага, видим, видим, идет, идет Любовь Владимировна. Агрыс, агрыс, ура! А и за первое место в этой категории награждается... Фатахова Зульфия Мирсаяновна.
Сарманова, однофамилица председателя Набережно-Челнинского отделения Пенсионного фонда. Нуриев Максум Фазылахметович. Нуриев Максум, пожалуйста, приглашаем вас. А второе место в этой категории занимает Салахутдинов Галимзян Газизьянович. Мамадыш. Поздравляем Мамадыш с призером, с одним. И первое место в этой категории занимает Халиков Якуб Габдулхакович. Вот так вот, налегке, бодро. Это Лениногорск. Все, до километра. Третье место занимает Краснова Вера Федоровна. Краснова Вера Федоровна, приглашаем вас. Лениногорск. Еще один призер в копилку команды Лениногорска. Второе место в этой категории — Калачева Людмила Демьяновна. Калачева Людмила Демьяновна, ждем вас. Набережные Челны, Людмила Демьяновна. И первое место в этой категории — Сафина Марина Евгеньевна. Вот так вот сходу запрыгиваем прямо на первое место. Лениногорск. Ура! Итак, Пчельникова Нина Алексеевна. Пчельникова Нина Алексеевна, Набережные Челны. Мы не верим, что вы у нас самые старейшие. 1933 год рождения. И среди мужчин 89-летний участник Мир Касимов Мударис. Мир Касимов Мударис. 89 лет участнику, 1930 года рождения. Мир Касимов Мударис. Кто-то его видел, знает, помнит. Специальный приз для него. Хорошо, мы обязательно его найдем и через отделение Пенсионного фонда передадим специальный подарок для Миркасимова Мудариса. Ну что ж, друзья, процедура награждения закончена. Ага, команды. Просто хотелось бы отметить все команды, которые сегодня принимали участие в состязаниях. И давайте представители команд, либо можете, кто быстро это может делать, всей командой забегаете на сцену, и мы вас награждаем, фотографируем на сцене и быстро убегаем. Команда Альметьевска на сцену приглашаем. Альметьевск, поздравляем! Да, кто-то на пьедестал заходите, чтобы попасть больше в кадр. У нас председатель Мамадышского местного отделения Васима Имамова недавно получила звание заслуженный работник физической культуры и спорта. Ура! Спасибо, очень ценная информация. Все сдвинулись, большая команда. Большая дружная команда, сегодня все готовились. Такой непростой день с самого утра. Ждали стартов, проходили дистанцию, ждали награждения. Проходите, кто-то заходите на пьедестал, чтобы попасть лучше в кадр. Председатель Совета пенсионеров Сармановский район. Сармановский район передает эстафету. Елабуга, ждем вас. С той стороны есть лесенка. Можно аккуратно по лесенке подняться. Зотов Александр Николаевич не пропадает. Мы его ждем. Тоже здесь.
А кто-то потерял красную олимпийку, вот у этой девушки можете подойти, забрать ее. Елабужский район, поздравляем. Полная команда у них сегодня приехала, авиастроительный район Казани, вот в таких замечательных пилотках стюардесс. Вот здесь вот ступенька есть, сюда поставили. Аккуратно. Вот здесь вот еще ступенька есть, можно отсюда подняться. Авиастроительный район штурмует по воздуху сцену без всяких ступенек. И правильно, какие ступеньки, если мы можем еще летать, парить за спиной. Да, аккуратно, аккуратно поднимаемся, ступенька впереди есть. Поддерживаем друг друга, страхуем, не спешим. Не спешим, аккуратно. Это сельский район, и вот они так здорово, большой дружной командой приобщаются к такому новомодному занятию — скандинавская ходьба. Поддержите, да, своих товарищей. Аккуратно, не спешите, не спешите. Камское Устье! Камско-Устинский район, пожалуйста, выходим на эту сцену, если еще не уехали. Камское Устье! Так, уехали уже, видимо. Нижнекамский район, Нижнекамск, конечно. Вот как раз мне говорят наши коллеги, инструкторы ЛФК и фитнеса. Спасибо огромное, что вы такую большую команду собрали, привезли. Приятно видеть такую организацию, такую физическую подготовку великолепную. Еще один район. Уставшие, но счастливые. Конечно же, Тукаевский район на эту сцену приглашаем. Тукаевский район. Не спеши. Вот здесь вот ступенька есть. Сюда проходите, по центру сцены. Есть ступенька. Аккуратно поднимайтесь. Песня. Пока сейчас будет финальная песня готовиться, я передаю слово руководителю. А вот Лаишевский район. А давайте мы сейчас пригласим их на сцену и поаплодируем Лаишевскому району и подготовим диплом. Проходите на сцену, поднимайтесь, Лаишевский район, и мы сейчас готовим диплом за кулисами. Огромная признательность председателю местного отделения города Набережной Челны Фатахову Эдуарду Фаильевичу, его надежному заместителю и правнукам даже, у кого они есть, да, чтобы вместе посоревноваться и получить удовольствие, которое мы сегодня с вами получили. Согласны? Да! Согласны? Да! Громче! Молодцы! Теперь песню! А я хочу слово передать председателю местного пенсионного фонда, одному из идейных вдохновителей и организаторов этого фестиваля, Фатахову Эдуарду Рафаиловичу. И сейчас для Александра Николаевича выставим стойку. Пока готовимся, слово руководителю местного отделения пенсионного фонда Эдуарду Рафаиловичу. Спасибо большое, Эдуард. Ну, уважаемые участники, вроде мы сегодняшнюю программу с вами всю сверстали, старт дали, к финишу все пришли, чай попили, кашу вкусную покушали, настроение у всех хорошее, погода у нас просто сегодня великолепная, нам с вами повезло, мы с вами очень счастливые люди. Я хочу вас всех поблагодарить за участие в этом мероприятии, в этом фестивале сегодняшнем, который мы организовали в нашем гостеприимном городе Набережной Челны. Ждем вас снова всегда в гости в Челны. Поэтому хочу, чтобы вы этот спорт не оставляли, все занимались, и чтобы нас приумножилось, чтобы в следующей нашей встрече нас было в два раза больше. Еще раз всех поздравляю, спасибо всем большое. Всем здоровья, удачи, добра. Спасибо Эдуарду Рафаиловичу и местному отделению Пенсионного фонда России. Друзья, у вас у всех в рюкзачках есть шпаргалки. Это всеми вами горячо любимая и известная песня Булата Акуджавы. Знаменитейшая песня, которую подхватит сейчас Зотов Александр Николаевич.
Он ее феноменально исполняет. Мы помним на прогулке с врачом, как дружно все пели. Пробегитесь глазами по шпаргалке. И я передаю слово Александру Николаевичу. Доброе утро, страна! Как приятно, да, когда пробежали 1, 3, 5, сразу жизнь в каких-то местах появляется ведь, да? Ровно через 3 недели здесь, на этом месте, начнется программа «Прогулка с врачом». Она будет проходить каждую субботу, ровно 30 суббот, с 5 октября до 1 мая. А почему до 1 мая, кто помнит? Да не огороды, 1 мая. Все красивые женщины, мужчины, кому 30, 40, 50, 60, 70, 80, выходят на 1 мая на демонстрацию. Мы приглашаем всех на демонстрацию. Собираться будем, как обычно. Но а программа начнется и заканчивается. Помните, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И загиб гитары желтой ты обнимаешь, нежно. Туда осколком эхо пронзит тую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь в челнах вот собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что ж грустишь, бродяга, а ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь в челнах вот собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но все же с болью в горле мы те сегодня вспомним, чьи имена как раны на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все вы здесь в челнах вот собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Языки гитары желтой ты обнимаешь нежно. Струна осколком эхо пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Все! Дорогие участники, мы, конечно, поздравляем вас с первым настоящим фестивалем, нет, не бардовской песни, фестивалем скандинавской ходьбы. Нам приятно, что почти 500 участников, мальчишек и девчонок, так принято называть нас с вами на программе «Прогулка с врачом», мальчишек и девчонок, и не важно, сколько лет, это в хорошем смысле ненормальные люди, которые хотят жить долго, правильно, красиво, ну, конечно, с гитарой. Всего хорошего! Врач, до свидания! Всего доброго, крепкого вам здоровья, замечательных дней, удачной дороги домой и хороших выходных. Счастливо!